Скорпион, ты наделен отвагой и острым умом. И мне кажется, что сердце твое теперь с рабочим народом. В болотах вокруг дельты Раджанга расположена мирская химическая исследовательская фабрика. Там правительственные свиньи занимаются разработкой различного химического оружия, а токсичные отходы сливают в реку. Меня это возмущает. Этот химический арсенал мог бы послужить борьбе угнетенных. Помоги нам захватить эту фабрику, дорогой товарищ. Она поможет нам разжечь пламя революции. Ты должен защищать меня, пока мы не доберемся до дальней части фабрики. Там я проникну в их систему и сломаю ход управления. Атакуем! Скорпион, помни! Меня надо защищать любой ценой! Вот он! Нам не пробиться! Скорпион! Попробуй найти способ открыть вход изнутри. Обойди его. Я тебя вижу. Это нам пригодится. У него получилось! Жнецы, вперед! Я его вижу! Товарищи, перегруппироваться! Вперед, товарищи! Дальше в комплекс! Я его вижу! Тебе конец! Орудийное гнездо! Скорпион, сними его! Все чисто. Вперед! Приходи!
теперь будет по-плохому. Сукин ты сын! В укрытии! Можно двигаться дальше. Товарищи, вперед! Победа революции близка! Орудийное гнездо! Скорпион, сними его! Мы на месте. А теперь охраняй меня, пока я не сломаю систему, товарищ. Быстро в укрытие! Дай ему бить! Во имя свободы. У нас с тобой, Скорпион, есть кое-что общее.
В атаку! Теперь повеселимся.
одна из наших информаторов, ну, женщин легкого поведения, которых мы подсовываем военным чинам, выяснила, что 3 правительственных вертолета собираются нанести удар по нашим складам. Мне нужно, товарищ, чтобы ты их остановил. На складах хранится отнюдь необыкновенное зерно. Истребители на подходе. Товарищ, уничтожь вертолеты.
твою, амиго. Тебе конец. Он, да. Вот он. Thank you.
Нужна поддержка с воздуха! Немедленно!